сегодня не только номинанты, просто самые известные люди Самары. Например, имиджмейкер Ирина Учава. Здравствуйте. Вы за кого болеете? Наверное, за всех, так как мы все одни горожане, если можно так выразиться. Я больше хочу впечатлиться, вдохновиться, зарядиться энергией, постараться поделиться своей энергией. Поэтому, на самом деле, мне правда тяжело выбрать, так как я понимаю, насколько много сил, да, много желаний, много своей какой-то такой частички вложил каждый участник. Поэтому я просто правда желаю сбыться справедливости, наверное. Как-то так. Ирен, вы? Ну, я также присоединяюсь. Все хороши за всех, наверное. А вы будете свою выдвигать кандидатуру? Ну, пока как молчат люди. А потом, может быть, на следующий год. Ну, вот как стать самым знаменитым человеком в Самаре? Ну, надо быть каким-то творческим человеком. Как вот мы с Учавой, творческие люди.